Здравствуйте. О погоде на субботу, 7 ноября, расскажу вам я, Ирина Чупина. А спонсор нашего метеовыпуска – магазин «Розовая пантера». В субботу днем в Армавире ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха составит плюс 6, плюс 12 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 62%. В ночь с 7 на 8 ноября в Армавире переменная облачность. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-8 метров в секунду. Влажность воздуха 72%. И еще немного интересной информации. Солнце 7 ноября взойдет в 7 часов 2 минуты, а скроется от нас небесное светило в 16 часов 52 минуты. А я напоминаю, что спонсор нашего метеовыпуска – магазин «Розовая пантера». Зима не за горами, и самое время встретить ее во всеоружии. Каждая модница знает, что шубка делает свою обладательницу роскошной и неотразимой. Меховые изделия и дубленки на любой, даже самый взыскательный вкус вы найдете в магазине «Розовая пантера». Модели, представленные здесь, подчеркнут индивидуальность каждой женщины. Шубки из норки, мутона, чернобурки – от элитных и дорогих до изделий эконом-класса по доступной цене. Меховые изделия великолепного качества и современных фасонов от европейского производителя. Отдельные детали, пояс, рукав три четверти, капюшон подчеркнут индивидуальный стиль. Все с гарантией качества. Вы достойны самого лучшего. Магазин «Розовая пантера» ждет всех по адресу. Город Армавир, улица Свердлова, 77 и город Новокубанск, улица Кооперативная, район рынка. С вами были Ирина Чупина, Станислав Чинский и наш спонсор – магазин «Розовая пантера». До свидания.